Позитивные подвижки произошли в жизни самых юных тверичан. 6 прогулочных территорий в детском саду номер 108 в Пролетарском районе пополнились новыми игровыми элементами. Обновить площадку этому дошкольному учреждению помог благотворительный фонд «Детские домики». Подробности в нашем сюжете. Вместе все они играют, вместе песенки поют, и на улице гуляют, взявшись за руки, идут. Специально к появлению в этом саду нового игрового оборудования малыши выучили стихотворение. Детский праздник из-за дождя пришлось провести не на улице, а в музыкальном зале. Но у воспитанников еще будет возможность поиграть на обновленных площадках. Самое главное, что мы создаем те условия, в которых дети могут полноценно развиваться. Вообще ребенок все познает через игру. Вот. Ну, соответственно, если мы ставим игровую площадку, им есть где играть, они кооперируются, они играют вместе, они дружат, потом они ссорятся, потом они мирятся. Ну, в общем, вот площадка предоставляет эту возможность. Песочницы, качалки, балансиры, небольшие беседки со счетами. Всего 21 игровой элемент был установлен на 6 прогулочных площадках детского сада. Безопасные и удобные модули рассчитаны на воспитанников разного возраста. Для дошкольников детский сад становится вторым домом. Здесь должно быть уютно, тепло, светло. Здесь должно быть интересно. Пространство, в котором находятся наши дети, очень влияет на атмосферу, на настроение наших ребятишек. Помимо игрового оборудования, на площадках установлен светофор и дорожные знаки. Теперь дошкольники смогут изучать правила безопасного поведения на дороге. И, конечно, есть начало, чтобы сделать автогородок в нашем детском саду. В целом в детских садах Твери продолжается замена игрового оборудования. За последние 2 года в рамках региональной программы по оснащению муниципальных дошкольных учреждений игровые комплексы открыли в 42 детских садах. С обустройством еще одной детской площадки помогли благотворители.